победа одержал Самошкин Евгений. На ковер приглашается Дерлецкий Александр, Прусаков Матвей. Готовится Кравча Александр, Пецык Никита. На ковре номер один готовится Броник Мензарай. Победу одержал Голубев Станислав. На ковер приглашается Лесник Артем, Чижевский Геннадий. Приготовиться Апапий Илья, Турсунов Дмитрий. Победу одержал Лесник Артем. Победу одержал Забында. На ковер приглашается Апапий Илья, Турсунов Эмир. На ковер приглашается Броник Мензарай. Дмитрий Бешляков-Микель.
готовится таракан Егор Бешняга Микель. Огородников, Казановский. Гроссу, Георгий.
прошел Филия и вышел в финал. Прошу Георгий, поисила Вика. На ковер приглашается Кравченко, Левкер. За ними приготовится капитан Утас. Победу одержал Левкер. Победу одержал Лужан Роман. На ковер приглашается капитан Утас. На ковер приглашается Огородников Казановский. За ними приготовится весовая категория 73 килограмма. Дабенда Касым. Приготовиться Дураган Егор Чижевский Геннадий. Борьба за третье место. Чистым броском победу держал капитан. Приготовиться Дола Манджи Мельник. На ковер номер один приглашается весовая категория 73 килограмма. Дабында Сын. За ними приготовится Мырзараль Танафрей. Хороший матч. Борьба за третье место. Чистым броском встречу держал Дабында и занял третье место. На ковер приглашается Мырзараль Танафрей. Борьба за третье место. За ними приготовится финальная встреча весовой категории 73 килограмма. Победу одержал Александр Крыжановский Артрян. Победу одержал Лазилов Виктор. На ковер приглашается Дураган Егор Чижевский Геннадий. На ковер приглашается Лужан Роман Тынкова. Приготовиться Голубов Станислав, Лесник Артем. Финальная встреча. Лужан Роман Тынкова Дмитрий. Победу одержал Танафрей и занял третье место. На ковер приглашается финальная встреча. Кабул Александр, Крыжановский Андриан. Приготовиться Даламанджи Андрей, Мельник Емельян. Победу одержал Чижевский Геннадий и занял третье место. На ковер приглашается Голубов Станислав, Лесник Артем. За ними приготовится Левкер. Финальная встреча. Приготовится Плохилый Виктор Кара Богдан. Борьба за третье место. Yeah.
Победу одержал Лесник Артем и занял первое место. Победу одержал Танкован Дмитрий. На ковер приглашается Плохило Виктор Карабака. Борьба за третье место. Приготовится юноша 2003-2004 года рождения. Весовая категория до 42 килограмм. Чепатарь Михай, Киселар Илья. На ковер приглашается Даламанжа Андрей, Мельник Емельян. Приготовится Казановский, Терлецкий. На ковре номер один приготовится весовая категория 35 килограмм. Борьба за третье место. Лифтер Борге. Даламанжа Андрей, Мельник Емельян. Даламанжан есть? Победу одержал Мельник в связи с неявкой соперника. Приглашается Казановский, Терлецкий. Приготовиться Обейников, Перцер. Борьба до первого технического действия. Победу одержал Крыжановский Андриан и стал чемпионом весовой категории 73 килограмма. Давай, бросай, Крыжановский! На ковер приглашается весовая категория 35 килограмм. Лифтер Бортня. Борде Юрий. Капитан Новиков.
победу одержал Лев и занял третье место в весовой категории 35 килограмм. Победу одержал Терлецкий. На ковер приглашается капитан Новиков. Продолжается финальная встреча. Моисей Лисков. Чеботарь Михай Киселар Илья. Приготовится Женя Кемер Николай, Самошкин Евгений. Приготовится Смоклин Роман, Мошняга Юсин. За ними приготовится весовая категория 55 килограмм. 2003-2004 года. Победу одержал Чеботарь Михай. На ковер приглашается Смоквин Роман, Мошняга Юсин. В этой встрече победу одержал Опейков. Смоквин Роман, Мошняга и Устин. Олейников. Приготовиться. Ултура Павел. Александр. Жентимир Николай, Самошкин Евгений. Борьба за выход в финал. Весовая категория 55 килограмм, 2003-2004 год рождения. Митру Влад Чалак Иван. Унтура Павел Пашник Александр, приготовиться. Готовится Чубан Михай и Шляга Владислав. На ковре номер один.
В этой встрече победу одержал женский мир Николай и вышел в финал. Штаны, что были? Александр.
Чеботарь Михай, Кудорико Андрей. В этой встрече победу одержал Олейников Александр. На ковер приглашается Жень Кемер Николай, Трач Александр. Финал. Василий.
На ковер приглашается Мельники Меня, Трусаков Матвей. Борьба за третье место. Победу удержал Мужняга Пашник Александр. У нас приготовиться Олейников Алексей, Александр, Тамошкин Евгений. Попугай приглашается Пашник Александр, Филмовский Андрей. Борьба на первой технической линии. Приготовиться Сова Вадим, Нурушан и он. Ты что умираешь? Через одну встречу на ковре номер 2 будут бороться юноши 2003-2004 год. 46 килограмм. Приглашается Олейников Александр, Самошкин Евгений. Борьба за третье место. Приготовиться. Весовая категория 46 килограмм. 204-4 год. Кузун Николай, Сухомлин Максим. Победу одержал Унгурян Андрей. На ковер приглашается вместе нам Вазиян Василий. Подожди, что, подожди, будешь бороться? За ними приготовится Чернобай Николай, патрон Сарин. Победу одержал Самошкин Евгений и занял третье место в весовой категории 42 килограмма. На ковер приглашается Гузон Николай, Сухомлин Максим, весовая категория 46 килограмм. Сова Вадим, Нарашан и он приготовится. Победу одержал Пашник Александр. Приготовится Мелешкевич Артур, Чиндин Денис. На ковер приглашается Сова Вадим, Нарушан Иор. Приготовится Мельниченко Александр, Зефаров Данил. Приготовится Миляшкевич Артем, Чиндин Денис.
Победу одержал Сова Вадим. На ковер приглашается Мельниченко. Борьба дозирует техническое действие.
Победу одержал патрон. Патрон Сарей. А теперь приглашается Ямбогла Роман, Мунтян Никита. Ямбогла Роман, а теперь номер один. Раковский Василий, Булат Андреевич. За ними приготовится Щепоталь Дан, Голубев Никита. Победу одержал Кожухай Игорь. Ямбогла Роман, Тирасполь. Победу одержал Голибовский Вадим. На ковер приглашается Раковский Василий, Булат Андрей. Спиннер Михай, Паустовский Михаил. Победу одержал Паустовский Михаил. На ковер приглашается Момот Погорлецкий. Приготовится Тодорико Андрей, Божняга и Устин. За ними приготовится Чеботарь Дан, Голубев Никита. Победу одержал Ямбогла Роман. Чеботарь Дан, Голубев Никита. За ними приготовится Далишинский. Победу одержал Раковский Василий. За ними приготовится Далишинский Кравцов. На ковер приглашается Федорико Андрей, Машняга и Устин. Горлецкий Влад, Тирасполь. Приготовиться Страхов Вениамин, Мериафри Андриан. А теперь приглашается Далишинский Кравцов. В этой встрече победу одержал Момот Максим. Вот. На ковер приглашается Истратов Вениамин, Мериакри Андриан. За ними приготовится Кацур Александр, Вести Корнелиум. Победу одержал Кравцов. На ковер приглашается Истратов Вениамин, Каменко, Мериакри Андриан. Кацу Вести. Качур. Качур Александр, Каменко. Истратов Вениамин, Каменко. Качур Александр, Каменко. Качур Александр и своя категория 55 килограмм, 2003-2004 года рождения. Качур Александр, Каменко. Соперника победу одержал Вести. В этой встрече победу одержал Мериакри Андриан. На ковер приглашается. На ковер номер один приглашается
весовая категория 55 килограмм, Митру Чобану. Гулеев Расим, Габор Владимир. Приготовится Сухомлин Максим, Мелешкевич Артем. Приготовится Хаджи Никита, Пердивара Николай. Этой встрече победу одержал Габор Владимир. Приготовится Хаджи Никита, Пердивара Николай. На ковер приглашается Сухомлин Максим, Мелешкевич Артем. Готовится. Приготовится Старчик Александр, Шова Вадим. Приготовится Старченко Тимофей, Галимовский Влад. Галимовский Вадим. Победу одержал Кудорико Андрей. Победу одержал Мелешкевич Артем. Победу одержал Митру Влад. На ковер приглашается Ташник Александр, Шова Вадим. На ковер приглашается Ефаров Дмитрий Николай. Приготовится Ефаров Данил, Гец Евгений. За ними приготовится Неду Александр, Унгуряну Дарин. Приготовится Паусовский Михаил, Момат Максим. Победу одержал Старченко Тимофей. Победу одержал Хаджи Никита. На ковер приглашается Неду Александр, Унгуряну Дарин. За ними приготовится Вазиян Василий, Ротари Сергей. Кожака Игорь, Роковский Василий.
Победу одержал Паустовский Михаил. Приготовиться патрон Сарин Ямбола Роман.